Самые таинственные, мистические, книжные, но веселые секреты раскрыли сотрудники первой Одинцовской библиотеки для своих гостей. Однако сегодня их не узнать. В рамках всероссийской акции «Библия-ночь» они превратились в сказочных персонажей. Сегодня, в День библиотек, наш профессиональный праздник, проходит всероссийская акция «Библия-ночь-2023». И название нашей программы – «Тайны книжных полок». Именно поэтому встречают гостей такие героини, как книжные феечки. По всей стране библиотеки, книжные магазины, литературные и культурные центры уже в 12-й раз представили развлекательные и научные программы. Читатели из Одинцова насладились тематическим концертом, занимательными интерактивами, таинственным аудиосеансом и мастер-классами на любой вкус. Нет, мы разрисовываем палочки. Мы разрисовываем палочки и приклеиваем. Мелками приклеиваем на картон. Картонку, обрезаем, чтобы был как у карандаша. Рисуем как будто здесь грифель, ну и делаем как карандаш. Юные читатели смастерили закладки для книг. Прекрасная половина научилась делать броши из органзы. А необычный навык написания гусиным пером пришелся по вкусу и оказался не так-то прост даже для взрослых. Вот кляксы, вот узоры, о, ре. Ну и как вам? Трудно. Вообще. Почему? Как же раньше писали? Вот именно, как писали, не знаю. Прямо две буквы, клякса, чернил нету. С каждым годом «Библия-ночь» объединяет все больше любителей чтения. По всей стране прошли встречи с писателями, литературные дискуссии, спектакли. Сотни площадок работали практически до утра. И, как правило, большинство участников после акции возвращаются в стены библиотек днем в качестве обычных читателей. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».